Синоптики снова обещают нам дождливую погоду. Сбудутся ли их прогнозы, узнаем совсем скоро. В среду, 23 мая, в Сарове в течение дня ожидается небольшой дождь. Утром плюс 14, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. К вечеру осадки прекратятся, плюс 15. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде также пройдут дожди. Утром плюс 15, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ночью плюс 14, ветер южный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Столица малооблачно. Утром плюс 13, днем до 23 градусов тепла. Ночью плюс 14. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.